Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 5. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Открутили. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Берем металлическую лопатку, либо медиатор, и с нижней частью корпуса отсоединяем экран. Отсоединяем. Отсоединили. Теперь необходимо открутить металлическую пластину держателя шлифов. Откручиваем. Там три винтика. Открутили. Снимаем ее. Отсоединяем дисплейный модуль от платы. Там три шлифа. Отсоединили. Теперь необходимо открутить кнопку Home от модуля. Для этого откручиваем два винтика держателя кнопки Home. Открутили. Снимаем металлическую пластину. И отклеиваем неисправную кнопку Home. Отклеили. Вытаскиваем корпусную часть кнопки Home. Вынули. Берем новую кнопку Home. Вставляем ее в корпус. Вставили. Отсоединяем шлейф кнопки Home от металлической пластины. Он приклеен. Отсоединили. Берем новую кнопку Home. Устанавливаем ее на металлическую пластину. И прикручиваем к модулю. Необходимо прикрутить два винтика. Прикручиваем первый и второй. Прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль в аппарат. Для этого защелкиваем три шлейфа. Устанавливаем металлическую пластину. Прикручиваем ее на три винтика. Первый. Второй. И третий. Теперь необходимо защелкнуть дисплейный модуль. Защелкнули. Закручиваем два нижних винтика. Все, мы установили кнопку Home на iPhone 5. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.